Тверской области планируют внедрить современную систему обращения с безнадзорными животными. Она предусматривает создание полноценной инфраструктуры по отлову, стерилизации, вакцинации и чипированию. Этот вопрос рассмотрели на заседании регионального правительства 20 июля. Тему продолжит Наталья Чекет. Бездомные животные – постоянные обитатели крупных и небольших городов. Не исключением в этом плане и Тверская область. В стаях или поодиночке животные обитают рядом с жилыми комплексами или магазинами. В общем, в любом месте, где они могут найти себе пропитание и кров. Сейчас региональные власти задались целью по внедрению современной системы обращения с безнадзорными животными. Так, в правительстве Тверской области приняли решение по передаче полномочий по регулированию численности, отлову и содержанию безнадзорных животных с муниципального на региональный уровень. К слову, обсуждение концепции обращения с безнадзорными животными в Тверской области уже проводилось. В нем участвовали зоозащитники и общественные организации. Говорили о приютах, пунктах отлова, участии организаций некоммерческого характера. Все зоозащитные организации, меня, все, кто присутствовал на совещании, нас всех очень так удивило, приятно удивило, то, что губернатор очень глубоко посвящен эту тему, погружен, то, что он очень хорошо разбирается в вопросе, очень детально его проработал. Концепция рассчитана на 10 лет вперед, поэтому там нужно учесть, ну, буквально по максимуму все нужно учесть. Она получила высокую достаточно оценку зоозащитного сообщества. Мы считаем, что там процентов на 70 все вполне реализуемо и исполнимо. Сейчас главный вопрос правовой. Как подчеркивают авторы инициативы, его необходимо решить оперативно, чтобы уже осенью перейти к практике. И чтобы приюты, где будут содержаться беспризорные животные, заработали. Тверской приют, как вы знаете, уже по инициативе депутатского корпуса городской думы построен уже полтора года тому назад, но пока не введен в эксплуатацию. Ничто не мешает нам начать работу Тверского приюта, тем более, что определенные несколько миллионов, там порядка 8 миллионов на этот год уже выделено в бюджете имеется. В целом планируется создать в Тверской области полноценную инфраструктуру по отлову безнадзорных животных, их стерилизации, вакцинации и чипированию, чтобы были известны данные о них, включая сделанные прививки. Предполагается, что животных после отлова будут размещать в специальных приютах, где они будут ожидать своих хозяев. Эта программа еще будет сопровождаться такой функцией. Мы об этом тоже подумали, что если люди не могут содержать по каким-то причинам животное, они его могут отдать в приют, и там оно найдет либо нового хозяина, либо будет жить, ну, с возможностью оказания лечения, его будут кормить, чтобы они, животные, жили, ну, в нормальных условиях. Согласно федеральному законодательству, работа с беспризорными животными предусматривает метод ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выборочный возврат в среду обитания. Последнее означает, что животные, не проявляющие мотивированной агрессии, могут быть возвращены на место прежнего обитания, за исключением социальных объектов. При этом создание единой региональной базы отлова животных позволит сформировать более эффективную региональную службу для их передачи новому владельцу. Решение вопроса по обращению с бездомными животными, говорят зоозащитники, должно устроить всех. И тех, кто любит животных и считает их братьями нашими меньшими, и тех, кто относится к ним с опаской.